Не быстрый рецепт утки целиком, которая готовилась в духовке 2,5-3 часа, в зависимости от веса, и предварительно разогретая с рукколой, обычным луком свежим, солью и множеством приправ и, конечно, морковью. Могу вам рекомендовать в качестве отличного праздничного или просто блюда на ужин. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Не быстрый рецепт утки целиком, который